всегда все обязательно подходит к завершению. Всегда и все. Подходит к завершению не только ваше путешествие, но еще и навигация 2019 года. Ну вот так получилось. Прежде всего хочется выразить слова благодарности за то, что вы выбрали теплоход «Александр Невский» для своего путешествия. И слова особой признательности тем, кто это сделал далеко не первый раз. Такие есть на борту. Огромная благодарность и спасибо. И первое слово, настоящее, конечно, нашему капитану Чеховских Виктору Ивановичу. Добрый вечер, уважаемые друзья. Разрешите мне от имени туристической компании «Круиз», от экипажа теплохода «Александр Невский» приветствовать вас на борту нашего теплохода. Действительно, для нас эта навигация началась очень рано. Мы начали навигацию 23 апреля, одни из первых, и одни из последних эту навигацию заканчиваем. За это время, конечно, теплоход совершил очень много рейсов. Прошел практически всю европейскую часть, начиная от города Ростова, Астрахани, и вверх до Москвы, Санкт-Петербурга, и на восток до Урала, до Перми. То есть практически вся европейская часть была охвачена нашими рейсами. Поэтому, действительно, этот рейс заканчивается вместе с нами, и не просто рейс заканчивается, заканчивается навигацию 2019 на теплоходе «Александр Невский». Мы очень вам признательны. Хочу пожелать, в первую очередь, здоровья и благополучия ваших семьях. А мы с радостью будем ждать вас на следующий год. Следующий год для нас начинается опять навигация довольно-таки рано. И мы готовы принять вас у себя на борту 23 апреля. Спасибо. Честь имею. Второй человек, не менее важный в путешествии, хозяйка наших ресторанов Лазарева Елена Николаевна. Добрый вечер. Я присоединяюсь к словам, сказанным капитаном, нашим директором круиза. От себя лично, от всех сотрудников ресторана хочу поблагодарить, что вы выбрали теплоход «Александр Невский». Я хочу вас познакомить с человеком, который на протяжении всего рейса старался, чтобы рейс был у вас не только увлекательным, но самое главное – вкусным. Это наш шеф-повар Светлана со своим сюрпризом для вас. Встречайте ее. Человек, который не так.